Зайка, ты классная, я люблю тебя. Все, она твоя, нафига. А стишок какой-нибудь? Ну давай, отвечай. Я лучше себя не отвечаю. Ярик! Ну целуйтесь, ёбай, чё стоишь? Ну давай, а мы считать будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, уже трое, семь, восемь. Ой, ну не могу. Я не могу. Все, хватит, а то я не смогу стоять в профиль уже, ребят. Прекратите. Я отдаю тебе эту майку, она как раз того размера, чтобы как-то в нее вместе и залезли. И дай вам Бог счастья, много детей, и чтобы все было отлично. Дети будут рождаться такие же красивые, как ты, с ободком и длинными волосами. Дай тебе Бог удачи. Дайте аплодисменты очаровательной паре. Окей, я думал, какие-то стихи будут там. Белая береза под моим окном, это мне Безруков подарил цветок. Вот, на самом деле, следующий участник, который здесь готовится, еще раз повторюсь, это город Йошкар-Ола, Данилов Ярослав. Ярослав приехал не один. Видимо, вы тоже оттуда, да? Или просто... Вы почти оттуда, да? Ярослав приехал со своим фан-клубом, я так понял. Приехал, я родился в Йошкар-Оле. Никому не говори, ты что? Ярик! Что, ну? Ничего, что он так слух, что он здесь живет? Мы же там, ты далеко добирался, там лыжи, собаки, ролики, скейтборд, приехал, Москва! Понимаешь, поэтому как-то надо же, в общем-то, это самое, сорвать больше аплодисментов, чтобы дорога была длинной. Длинной, понимаешь? Поэтому те аплодисменты, которые я сейчас слышал, это фигня. А вот сейчас ты услышишь действительно который тебя подготовит на 100%. Как называется коктейль, который ты будешь готовить? Путинка Фьюжн, первый коктейль. А второй Путинка Кранбери Личи. Молодец! Кранбери Личи? Вау, кому дарить будем? Я так понял, фан-клубу, да? Ну правильно, да, правильно. Можно выйти и сказать направо и налево, обломитесь как-то, да? Ну ничего, я так понял, пацаны, вот так вот всегда бывает. Ты готов? Йошкар-Ола готова. Итак, уважаемые дамы и господа, Путинка Флэйр Москва, Fight Club, 2008. Ярик, улыбаешься, все. Данилов Ярослав, Йошкар-Ола. На старт, внимание, поехали!
Давайте. Вот так вот, да. Яник, умница, машина. Вот так снимают, поцелуйчики, вот повезло. Оп-оп-оп-оп. Почему я не без короля родил? Я же тоже бы на эту на кубок оторвал. Дайте еще раз аплодисменты, Ярослав, он старался. Старался для вас подарить вам. Вот, я все хочу узнать, вот там вот на втором этаже мужчина, то ли он для частной вечеринки бармена себе ищет, так пристально так смотрится. У тебя когда день рождения, скажи мне честно, почему? Ярик, я вас... 24 июня, я подъеду, не переживай, я поздравлю. Ярик, разбил наш стакан. Пока на сцене готовится Юрий Чепилин, город Москва. Он сейчас поднялся на эту сцену. Побухали! Свое шоу. Он самый лучший. Забирайте обратно то, что не дали. А теперь давайте целовать. Ярик, мы тебя любим. Кричат, сливаясь в едином порыве. Ни пуха, ни пера.